такая пробка, мы едем по улице Райнбека в сторону Каскелена, и сейчас я вам покажу, как можно ее грамотно объехать по автобусной линии. Сразу скажу, время 1:30. Мы видим, да, пробка, скопление машин, справа много машин едет, они все сюда заезжают на линию, чтобы, ну, не попасть на камеру автобусную. А мы как будем поступать в этой ситуации? Сейчас смотрим. Так, чуть-чуть с нарушением вы действуете. Так, я с КамАЗом тут. Отлично. КамАЗ пропустил. И вот тихонечко, друзья, тихонечко только мы едем по автобусной линии. Потому что, смотря на знаки, там есть таблички со временем. Что они значат? То время, которое там указано, это значит, в то время нельзя ездить. В другое время, получается, мы можем ездить. То есть сейчас знак действовал с 7:30 до 9:30, правда? То есть сейчас мы спокойненько объезжаем пробку. Чувствую, как сейчас вот посыпятся ваши лайки, подписки, комментарии. Или у вас свое мнение по этому вопросу? Скажете, что мне на этом участке пришел штраф? Смотрите, как прекрасно. Как прекрасно мы объезжаем пробку. Время 1:30. Мы едем по автобусной линии. А можно тогда было, оказывается? Или нет? Смотри, докуда пробка тянется. Бам-бам-бам-бам-бам. Этот нарушил уже. Бам-бам-бам. Смотри, какая пробка. Бам-бам-бам-бам-бам. Сколько мы проехали? Сколько мы объехали? Этот пропускает меня. И внимательно смотрим на знак. Знак автобусной линии, снизу будет время, в которое можно, в которое нельзя ехать, а во все остальное время, получается, можно.